Вот, наконец, на 7-й день нашего отпуска мы таки приехали самостоятельно в Паттайю, в ее центр, на знаменитый Walking Street. Не прошло и года, как говорится. Сейчас день, тут довольно тихо. Видимо, все самое интересное начинается с наступлением темноты, но мы пока просто по ней прогуляемся. И вообще по центру.